В регионе большой сектор малого и среднего предпринимательства, сильные крупные промышленные предприятия. Но важно понимать, что еще можно сделать для улучшения качества ведения бизнеса. Об этом на совещании с представителями бизнес-сообщества заявил в РИО губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. От этого зависит и наполнение бюджета региона. Его увеличение позволит финансировать важнейшие социальные направления, отметил Вячеслав Федорищев. Кроме того, расширение бизнеса – это рабочие места, и попросил присутствующих выдвигать конкретные предложения по улучшению ведения бизнеса. Глава региона напомнил, что Самарская область в рейтинге инвестиционной привлекательности агентства стратегических инициатив опустилась на несколько позиций. Ситуацию нужно исправлять, уверен Вячеслав Федорищев. Вы знаете, что в рейтинге инвестиционного климата по итогам прошлого года Самарская область опустилась на несколько позиций. Цифра рейтинга нам не важна, но за этим стоит конкретная фактура и конкретная работа. Вячеслав Федорищев согласился с предложением руководителя ПАО «Кузнецов» Алексея Соболева проводить своеобразные ярмарки возможностей для предприятий МСП, чтобы они могли стать поставщиками крупных компаний. Я услышал, вы предлагаете очень верное решение по крупнейшим заказчикам для внутреннего потребления сделать в течение 2 месяцев такие, ну, вот есть ярмарка труда, а есть полноценная ярмарка, где вы покажете все возможности для наших предприятий быть вашим кооператором. Прошу Министерство промышленности и правительство подготовить в течение лета такую целую серию ярмарок. Глава региона подчеркнул, что главная цель за лето вдвое увеличить не заключенные контракты, а конкретные соглашения о намерениях, чтобы зафиксировать заказчика и предприятие, которое может быть в кооперации. Виктория Шарая, «События».